Я приветствую всех и каждого, с вами Бади. Мы продолжаем проходить Dead Rising 3. И мы нашли бензопилу. Нечаянно ее скинул я вниз. Давайте возьмем ее, наверное, вместо дробаша. Для начала разберемся вот с этими гадами, которые будут нам это мешать делать. Напомним, мы в этой серии пойдем по сюжетному заданию. Канализацию. Именно через нее мы пойдем в крематорий. Для того, чтобы добыть себе зомбров. Это такой чип, который вроде как должен остановить превращение нашего героя в зомби. А в одной из прошлых серий, вы помните, его укусили. Не по моей вине, а по сюжету. Ну, занимаясь расчищением окружности, я, если честно, устал их убивать, умрать, мрази. Откуда вы респавнитесь? Так, вместо дробаша я хотел взять бензопилу. Хорошо. Повеселимся с ней попозже. А пока давайте отправляться напрямую к заданию. Проходим. Так. Двери закрыть можно, нет? Вот так тебе, гад. Больно в голову вот это топором. Могу догадаться, что да. Так, что у нас по инвентарю? Боксерские перчатки мои потихонечку умирают. Я не скажу, что особо полезное задание. Вернее, инвентарный предмет. Сомневаюсь также, что в канализациях будет прикольно. И мне дают здесь фонарик, значит будет темно. Давайте возьмем его вместо боксерских перчаток. Они мне послужили, конечно, добрую службу, и было довольно весело. Кстати, фонарик нельзя скомбинировать, допустим, с пистолетом или с автоматом? Нельзя, да? Ладно, пошли. Да, судя по всему, говорит, у меня не так много времени. Судя по всему, да. Так, давайте-ка, наверное, вот здесь сохранимся. Потому что я давно этого не делал. И вперед с песнями. Так, бочки с горючим. Ну да, в принципе, фонарик здесь вещь нужна, это видно. Ибо темно. А не насыпит ли нам каску, а? Как вы думаете? Че, ее нельзя одеть? Ну ладно, я хотел обезопасить его. Мало ли что на башка упадет, бабочка будет. Ой, сколько их здесь. Я надеюсь, они подниматься не будут. Я надеюсь, они подниматься не будут. Я надеюсь, они не будут. Твою мать. Напугал, гада. Все, капец, походу. Так, они постоянно будут меня теребить, да? Так. Мишка, садись. Бензопила пошла. Вход. Что было? Я прошу? 7 утра написано. Всем выжившим надлежит прибыть в места карантина. К немедленной эвакуации. Выжившие должны быть очень внимательны, когда имеют дело с зомби. Потому что с голодом их силы увеличиваются. И вирус мутирует. Они превратились в еще более неприятных зомбаков. О! Мне просто не показали небольшую ставочку, что ли? Так, мой Тедди Бэр защищает мои тылы, а я пока занимаюсь местными ребятами. Хорошо. А я вижу их, что там их до хрена просто.
Просто дохренище. Так, ладно. Я даже не знаю, что лучше взять-то. Всякий случай еще обрез возьму. Есть место в слоте. Их там просто дофига. И они потихоньку подходят. Кстати, хорошее оружие, да, вот такого. В плане поддержки. Такой хороший член команды. Но он заколебается их убивать. Ладно, надо прорываться, по-другому никак. Так, что-то я неправильно, по-моему, сделал немножко. Надо поменять. А, я неправильно его посадил. Так будет лучше. Что, да я... Надо прорываться через них, иначе тут застрял надолго. Ладно, вперед, Миша! Мишутка, вперед! Так, только надо вместо фонаря что-то взять. Заколебали вы меня! Где мой фонарик-то? Вот он, все. Все, бензопилу в руки. И понеслась. Немножко мессакера. Не видно ни хрена. Что творится в канализациях? Парни, вас слишком до хрена. Все, проходим, 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 проходим. Еще и бензопилу зафаганил. Так, нужно чем-то похаваться. Давай хавать, говорю. Тут есть чертежи, да? Так. Фонарик на всякий случай оставляем. Так, надеюсь, что-то отдельное мы сделаем с помощью чертежа. Их здесь даже два. Давайте посмотрим. Так, металлическая Мэри. Пистолет плюс фонарь. Кстати, это хорошо. Где он у меня? Где пистолет взять? Кто-нибудь видит пистолет? Так, ну-ка давайте посветим фонарем. Вообще обычно вещи лежат там же, где и чертежи. Тут же они заставляют меня пистолет искать, да? Ну ладно, я думаю, пистолет найти будет не проблема. Другой вопрос, как скоро мы это сделаем. Так, пополним здоровье полностью. Фонарик-то нам точно нужен. Ну-ка. Скомбинировать с винтовкой нельзя, да? Кстати, и Мишка у меня уже на исходе. Скоро придется с ним прощаться. Так, это что-то из одежды, ну-ка. Армейский жакет. О! Смена одежды. Приятно, тоже подзадолбал его этот комбинезон. Ну, давайте посмотрим, что за второй чертеж. Электрический крушитель. Где он у меня тут? Так, металлическая Мэри. Нужны звездочки, которые используют ниндзя. Нож и... Бита. Электрический крушитель. Молоток и батарея. Давайте попробуем. Я вижу здесь молоток и вижу батарею. Только вместо чего? Вместо огнестрела, вместо бензопилы, вместо мишки. Очень быстро оружие выходит из строя. Тем самым они стимулируют нас
вы знаете, не пользоваться только одним каким-то предметом, потому что, вот, допустим, я, если что-то работает, люблю пользоваться именно этим. Давайте соорудим эту гадость. Я понял одно, нужно инвентарь развивать, вот самая нужная вещь. Так, теперь здесь были звездочки, нож и что-то еще нужно было. Такой мой фонарь делся. Кто-то ко мне цепануться хочет. Защищай меня, друг. Так, фонарик я хочу сделать пистолет с фонарем. Теперь давайте посмотрим. Так, нож есть. Звездочки. Ладно, без него, короче, обойдемся, давайте проходить. Так, мы вышли на улицу, это хорошо. Из-за пила на исходе. Ну, говорит, мне еще только этого не хватало, мы вышли на кладбище. Так, что за красное пятно такое неприятное, оно... Взгляд, какой-то метеорит, что ли? Ну ладно, пошли потихоньку. Там медведь орёт на заднем плане. Так, мне интересно, что это за красная хрень. Их там несколько таких источников. Можно взять машину. Что за язык? Кристина какая-то. Молится тут что-то. Призывает их, что ли? Так, сапоги можно взять. Возможно, это будет выглядеть круче. Так, запрыгнуть к ней нельзя, она их как будто призывает. Моя задача просто двигаться дальше. Давайте посмотрим, в эти точки наступаешь. Бобочка, не бобочка? Вообще ничего, да? Ну-ка, если встать. Нет, нифига. Тут какой-то сектой попахивает, ребзя. Может, ее завалить? Здесь с ней поговорить надо. Больше похоже на сайд-миссию. Давайте попробуем всех завалить. Хотя это будет непросто. Так, лучше я не буду тратить свое оружие, а бензопилу добью. Я сомневаюсь, что поеду отвозить ее тому чувачку. Сайт-миссия, которая была у нас. Ай, мексиканская резня бензопилой. Да, с камерой беда, конечно. Ты будешь со мной разговаривать? Нет, дура. Сейчас пальну в тебя. Я тебе обещаю. Нифига. Ладно, оставайся здесь. Ну давайте попробуем все-таки. Мне кажется, это что-то важное, интересное. Давайте возьмем катафалк. Попробуем всех задавить. Возможно, тогда она с нами начнет разговаривать. Кстати, по-моему, я нашел ружбайку, нет? Пистолет. Да, давай попробуем соединить. Отвали, я вижу, комбинирую немножко. Вот, все, вот это уже хорошее дело. Не просто фонарик, а пистолет-фонарик. Уже что-то. Так, ну теперь немножко кладбищенских историй. Про то, как катафалк давит мертвецов. О, кстати, удобно. Удобно, что не ударяешься об них, а на гробе, а просто разрушаешь. Кристина, ты будешь со мной разговаривать? Нет, здесь допустим дофига. Карусель, карусель, начинает рассказ. Прокатись на нашей карусели. Ну и чё, долго там еще будешь стоять? Ну-ка, я попробую сделать, знаете как? По-хитрому. Я подгоню авто,
Попробуй с него запрыгнуть. Да, получилось. Все было намного проще. Привет. Тише. Ангел смерти требует этого. Ангел смерти? Ты говоришь о зомби? Не разговаривай о том, чего не понимаешь. Эти существа украли смерть от нас. Ты говоришь, что ангел смерти сделал зомби? Да. Теперь нужно отдать то, что он заслужил. Так, что-то не по-английски, не по-русски, непонятно по какому. Дальше-то что? Так, нужно разрушить эти знаки, я правильно понимаю? Да. Нужно убить зомбака вот в такой точке. Для того, чтобы типа жертвоприношение ангелу смерти совершить. Кстати, их можно подзывать. Over here! Over here! Что-то не действует команда. Over here! Не, не канает. Так, сюда подошли. Иди сюда, дурень. О, наконец-то. Давай. Хорошо. Еще три. Так, где они? Далеко, недалеко. Вижу еще один. Они, видимо, по всему кладбищу раскиданы. Не орать. Кто ко мне? На рандеву? В красных огнях? Хорошо. Так, где еще? Да отвали ты! Я не настроен сегодня на романтические отношения. Ничего, такие вы бешеные-то. Вижу еще один. Два даже вижу. И чем ближе я подхожу, тем больше этих дуриков, зимогорчиков. Так, давай. Мне еще две штуки осталось. Давай. Хорошо. Все, еще одна. Спокойно. Не рычите. Все. Миссия выполнена. Mission completed. Давайте возвращаться к ней. За каким-нибудь вознаграждением. Главное, чтобы она не дала опять какую-нибудь команду. А то я так по пути к этому зомбруксу и не дойду до него. Такой нормальный беспорядочек на кладбище учинили. Извиняемся перед всеми здесь ушедшими и похороненными. Так, наблюдайте за ритуалом. Говорит на каком-то демоническом языке. Я чувствую холод смертельных рук. Сама себя завалила, что ли? Да ты дура, а. Неадекватная. Чё дальше? Ну ладно. Посмотрели за суицидом. В принципе, здесь это меня не удивляет. Ладно, поехали по нашим маркерам. К зомбриксу. Постараюсь могилы не крушить. Но сомневаюсь, что у меня это получится. Так, а мы вообще территориально где? А, мы где-то на неизведанной территории, да? Было бы неплохо, говорит, если был бы зомбрак здесь. Все, открываем ворота. Сейчас за зомбракс, я думаю, придется повоевать. Это что за толстопуз в гавайской рубашке? Оп! Извини за это, чувак. Я думал, ты зомби. Я смотрю, у тебя дела-то херово, да? Тебе тоже зомбракс нужен? Мне он очень сильно нужен. Не-не-не.
Я просто выполняю здесь одну работенку. Меня зовут Гарри, а тебя как? Некрамос. Ты здесь работаешь? Ты можешь мне помочь? Здесь? Нет. Не такая работенка. Мой босс здесь довольно крупная шишка. Он помогает людям, кто в отчаянии. Не груби, не груби. Ну, в общем, говорит о боссе своем. Мне нужно зайти туда и достать тело для моего босса. Вот что я скажу. Почему бы тебе туда не залезть, попасть туда на крышу и впустить меня? Я знаю, где Зомбрекс. Ты помогаешь, я тебе помогаю. А что, сам не полезешь туда? Ну ладно. Ты хочешь Зомбрекс? Ладно, не моя проблема. Встретимся попозже, чувак. Все, пока. Подожди. Ладно, договорились. Хорошо. Давай я помогу тебе. Давай я покажу тебе небольшой фокус, который тебе пригодится. Держи во взгляде зомби. Смотри. А теперь смотри, лучшая часть. А теперь давай, поднимай свою задницу туда и впускай меня. Да, босс? Да, сэр, да. Я уже почти заполз туда, да. Я занимаюсь этим. Я. У меня все на мази. Итак, нам нужно заползти вот в это здание. Что это у нас такое? Это у нас крематорий. В крематории есть два чертежа. Получим мы их тогда, когда зайдем туда внутрь. Для начала нам нужно туда заползти. Так, ну я пока немножко осмотрюсь просто. Что у нас по инвентарю-то? Большой молот, пистолет, ружбайка, топор, да? Ладно, давайте залазить. Я так понял, этих мух надо убивать. Ну-ка, давайте попробуем. Что я сделал сейчас только что? А, я поймал эту муху. И что с ней делать? Ну-ка, если еще одну поймать. Пока не понял, но ладно, она у нас есть, это хорошо. Будет как один из... Видно будет, что связано с созданием каких-то зелий или еще наподобие. Так, как мы сюда заползем-то? Лучше всего заползти через машину, скорее всего, да? Дверь закрыта? Дверь закрыта, да. Ладно, подгоняем тачку и залазаем. Если я правильно понимаю их мысль. Причем побольше вот этот грузовичок. Он явно здесь не зря стоит. Я прямо как Шерлок Холмс. Дедукция. Так, ну, с парковкой явно беда у меня. Ну да ладно, материальная ценность здесь не важна особо. Оп, да, есть контакт. Все, вперед. Это со мной, кстати, вот этот голос, да? Это со мной мой топорик разговаривает. Видимо, наподобие Kinect. Соединились с консолью, он теперь все время говорит: хватит просто так меня таскать, давай убивать. Так, для начала давайте выпьем пиво. Пополним, так сказать, кислочно-щелочной баланс. Так, теперь пробираемся внутрь. Так, сохранимся. Давно этого я не делал. И вперед. Оп! Есть кто живой? Кто в тюремочке живёт? Первую часть задания выполнили. Здесь могу открыть? Нет. CD монитор. Ничего пока интересного. Чертежи рядышком. В принципе, не такой уж он и большой. Крематорий. Чувак, ты там справляешься, нет? Открывай эту чертову дверь. Так, вот оно, главное помещение. И, судя по всему, там за дверью их очень много. Давайте для начала посмотрим, что по чертежам. А чертежи-то я здесь не вижу. Так, это своего рода
Ну, чепел это, ну, типа храма, да, где службы производят. Это все-таки погребальное бюро. Они не только крематорий, но еще и ритуалы устраивают. Ну, типа церквушки, в общем. Давайте открывать ему, тем более, что чертежей я здесь не вижу. Явно они сейчас прорвутся. Вангую. Че так долго-то, друг? Давай. Пошли в закрытую территорию. Так, Гарри впустили, полбеды сделано. Что дальше? Сейчас он начнет пробивать дверь, оттуда полезут эти гады. Ну да, как я и говорил. А что, раньше нельзя было об этом подумать? Ага, и убежал. Красавчик. Давайте попробуем понять, что тут такое. Ничего не получилось, ничего. Для чего я их хватал-то? Ладно, давайте мочалить их. А здесь достаточно много, парни. Бомбочку бы какую-нибудь. Но у меня, к сожалению, их нету. Теоретически можно сделать, но это надо искать ингредиенты. Извини, друг. Ладно, все, прорываемся. Пошел, лава да горячая. Да, конечно, вот с прицелом у него беда. Ой, их тут очень много. Эх, надочил я свой топор. Здоровешек полон двор. Надо еще за стаминой следить. А ведь это все были люди. Со своими мечтами, со своими родственниками. А теперь я просто их шинкую направо и налево. Как я понимаю, именно в этом заключается мое задание сейчас. Нашинковать их всех. Здесь, видимо, была какая-то большая церемония. Что, всех замочил? Не всех? Проходим. Так, ну я пока уже, наверное, добиваю этот топор. Кстати, мид-клевер. Я где-то видел в каком-то чертеже это. Мид-клевер. Где же он был-то? Что-то с помощью него можно было сделать. Наверное, мне показалось. Почему-то я запомнил мид-клевер. А! Ему нужна была бензопила и мид-клевер. Вот ему что нужно было. Чувачку, который замерзал там в холодильнике. В принципе, теоретически я мог бы ему это все привезти. Да, нужно развивать инвентарные слоты. Наверное, в первую очередь этому буду уделять свое основное внимание в прокачке. Так, темно здесь что-то, парни. Нахрена я таскаю этих мушек в банках? Так, тут выход. Закрыто. Ну, всякую чушь несет. Проходим. Его боссу нужно какое-то тело. Какое тело? Чье тело? Я думаю, в этом есть какая-то интрига. Мы сейчас удивимся этому факту. Хорошо, мы должны найти эту девчонку. Я хочу, чтобы ты осмотрел все имена. Имя, которое мы ищем, Николь Уайт. А что о моем зомбрексе? Я же могу умереть, чувак. Давай сначала делают время, как потихе час, короче. Ставь приоритет. Если я превращусь... Ну, если ты превратишься, у меня есть оружие. Не парься. Если ты превратишься, я тебя коцну. Так, это имя не то. Так. Я так понимаю, мне нужно подходить не ко всем, а к определенным. Это говорит, это моя бывшая мачеха. Так, ну где же? По закону жанра она всегда должна быть в последнем месте.
Так, вроде нашел, но он закрыт. Где-то ключ должен быть. Проверь там. Давай, проверю. Так, здесь где-то чертежи еще. А, вот, кстати, чертежи. Я здесь был, не был? Что-то я не помню это место. Давайте посмотрим. Так, нормальный какой-то. Металлический тесачок, топор и мачете нужно. Мидклевер и мачете. Ну так, что у меня по вещам? Так, я не врубаюсь, для чего это муха. Конечно, разберусь попозже. Так, не-не-не, бросаю его. Так, давайте соединять. Новое оружие, это всегда хорошо. Оно, конечно, не очень длинное, да, то есть на дальнее расстояние ударяющее. Но в любом случае, что-то весомое. Ну, нормальный такой тесачок мы собрали. Так, и здесь это еще один должен быть чертеж. Так. Здесь лежит какой-то нож, хирургические ножницы. Ну, видимо, второй чертеж там. Мы туда, наверное, еще попадем. А пока давайте искать ключ. У, блядь! Вот что тварь какая. Так, вот он ключ. Все, нашел. Ух ты, блин. Кого-то жестко препарировали. Так, мне кажется, эти химикаты можно смешать с мушкой, нет? Давайте попробуем. Как вариант. Что-то можно замутить 100%. Нет, да, такой возможности. Ладно, тогда выбрасываем. Так, давайте попробуем этот химикат бросить. Может, он их привлекает или обжигает. Ну да, но я сомневаюсь, что он большое количество их обжигает. Поэтому я останусь, наверное, со своим оружием. С огнестрелом. Да я не то хочу взять. Постоянно берет не то, что я хочу. Ножик специально для того, чтобы препарировать череп. Трепанировать, лучше сказать. От слова трепанация. Так, давайте. Так, это Николь Уайт. Но там нет тела. Так, ладно, продвигаемся дальше. Где ее тело тогда? Так, давайте-ка, наверное, этот мой топорик закончим. Его жизнь. Так, ее, наверное, уже сожгли. Кстати, еще один чертеж. Давайте посмотрим, что у нас. Что-то со взрывчаткой будет связано 100%. Уже отсюда вижу. Да. Баллон. Пропановый баллон плюс шипы. Ну, давайте зафигачим, раз есть такая возможность. Да подожди, подожди, я занят немножко. Крафтю тут. Всякую лабуду. Ду-ду-ду-ду. Так. Как бы так, чтобы ты взял именно баллон, а не что-то другое. Ладно. Надо все это отбросить. Есть такие условности небольшие, инвентарные. Но к ним можно быстро привыкнуть. Так, я так понимаю, мы этот баллон ставим, по нему стреляем, он взрывается, правильно? Сомневаюсь, что мы его бросим, он взорвется. Ну ладно. Когда придет время, мы разберемся. Так, что лучше взять-то? Давайте огнестрел возьмем. Все, помогаем ему с гробом. О, господи, Энни? Ты знаешь ее, что ли? Нет, да, я ошибся. Выглядит так на ту девчонку, которую я знаю. Ладно, помоги мне. Помоги мне ее перенести. Подожди-ка. Я помог тебе здесь. Теперь твоя очередь мне помогать. Я не знаю, чувак. Судя по всему, зомбрас у них закончился. Yes.
Ну, судя по всему, мне просто остается сидеть и ждать. Извини, чувак, мне действительно жаль. Ты хочешь, чтобы я тебя завалил? Чтоб ты не мучился. Давай, давай, только поторопись. Хорошо, хорошо, тороплюсь, Сейчас сделаю все быстро. О, Господи. Судя по всему, я забыл выключить предохранитель. Кстати, не за что. Да давай просто сделай уже, хорошо. Я не лучший стрелок, кстати, если что. Дай мне прицелиться. Опа. Споткнулся и завалил ее, что ли? Это была моя последняя пуля. Толстопуст неудачник. Подожди, так у тебя рана заживает. Я такого раньше не видел. Че ты за фрик такой? Я даже, если честно, не знаю, что я за фрик. Да тебе, походу, и Зомбрекс-то не нужен. Ладно. Судя по всему, мы выясним, что да как. Я, если честно, не хотел тебя стрелять-то. Ты вроде нормальный паренек. Ну да, спасибо за комплимент. Ладно. Давай, пойдем. Ну да, может мне не помогать. В общем, вывод этой серии в том, что у нашего героя какой-то иммунитет к заражению. Ну хорошо, мне даже так, чтобы ты сделал мне еще одно одолжение. Я хочу, чтобы ты отвез это моему боссу в один из клуб, а мне нужно кое-чем заняться. Слушай, мне надо к друзьям вернуться. Мы нашли самолет, нам нужно найти еще пару вещей, и мы сможем сюда свалить. Мой босс хороший человек. Объяснишь ему все, что хочешь, он тебе даст то, что тебе нужно. Пока что просто отвези машину туда и встретимся с тобой там в клубе. Ладно, ладно, там встретимся. Хорошо, хорошо, встретимся там. Да-да-да. К тебе сейчас, прямо сейчас, босс, к тебе прямо сейчас выезжает машина, да, я на пути. Так, какой-то он мутный тип, что он хочет здесь еще сделать? Так, ну хорошо, мы в катафалке снова. Наверное, самая популярная машина у нас будет. Так, дружище, ну ты мне сейчас вообще ни к чему, я пытаюсь закончить серию. Чувачок. Ну, а сказать я хотел то, что уже в следующей серии мы отправимся по точке назначения. Мы, кстати, недалеко от тех мест, где мы и раньше были. Отвезем труп. Кстати, город-то не такой уж и большой, как кажется. Я не знаю, будут ли еще открываться какие-то вот эти части. Но на первый взгляд он не такой уж большой. Насыщенный зомбаками, но не такой уж большой. Выполняли сюжетные квесты, много чего узнали в плане того, что он какой-то непобедимый чувачок. Будем продолжать дальше, отвезем девчонку в клуб. Возможно, займемся этим сайдовым заданием для получения опыта. Ну и будем, как я уже сказал, будем двигаться, скорее всего, по сюжету. Просто то, что будет по пути нам встречаться, то и будем выполнять. Так же, как это связано с чертежами, да? То есть, выполняя сюжетные задания, вполне можно найти довольно интересные чертежи с довольно прикольными вещами по ним смастеренными. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был AnybodyPlay. До новых встреч. Все, пока. Пока.